Данное видео будет о шумерской цивилизации, о древнем шумерском городе Адаб. Как я уже говорил, меня очень интересует эта цивилизация. Я лично считаю, что там есть ответы на все вопросы, что было, что происходило в прошлом и что происходит сейчас. И только там, именно в шумерской цивилизации, в ее мифах и легендах, есть ответы на все эти вопросы. Я продолжаю делать свои видео о шумерских и аккадских городах. Данное видео будет о древнем шумерском городе Адаб. Поначалу я думал, что трудно будет мне собрать хоть как вообще какую-то информацию. Например, такие города, как Ларак и некоторые другие, я напишу их название, их вообще не раскапывали, ну, официально. И нет вообще никаких ни фото, ничего с мест раскопок, потому что их не проводили. Но, к моему счастью, данный город проводились раскопки примерно, ну, как минимум в 1904 году. Американская экспедиция провела там раскопки. И, к счастью, есть некоторые, ну, поначалу я думал, что там несколько фото и видео, но потом мне удалось найти их так много, что будет две части видео, потому что мои видео как минимум 2 гигабайта, 2,5 гигабайта. И больше. И, ну, мой компьютер просто не вытягивает такую информацию, ну, таких больших объемов. И придется разделить на две части, потому что очень много информации удалось найти. Хотя я думал, что вообще, ну, не смогу ничего обнаружить. Но, к счастью, удалось очень много обнаружить. Более подробно я расскажу во второй части этого видео, именно к какому из божеств относился данный город, так как каждый город шумерской цивилизации относился к какому-либо божеству. Ну, либо несколько городов относились к этому божеству. Например, Нипур к Энлилю, Ур к божеству Нана или Нанар, Гирсу к Нинурте, Урук относился к, если мне память не изменяет, к Инанне. Ну и другие города относились к разным божествам. Причем каждый из них. Не было такого города крупного, который бы не относился к какому-либо божеству. И, разумеется, этот город также относился к божеству. Я более подробно расскажу об этом во второй части. Еще раз скажу, что у меня так много информации, что в одну часть видео оно просто не может поместиться. Слишком большой будет объем информации, больше 3 гигабайт, скорее всего. Намного больше, и 4, и больше. И у меня нет возможности, чтобы все это поместить в одно видео. Поэтому будет две части данного видео. Могу сказать, что шумерская цивилизация одна из самых интересных, которая только может быть. Всем советую посмотреть первую часть этого видео. Более подробно я расскажу во второй части о данном городе и его более точные координаты.